Председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Игорь Угольников стал лауреатом Всероссийской премии «Лучший руководитель года». Награждение прошло в Москве как часть церемонии официального общественного признания элиты национальной экономики. Если действительно подводить итоги за этот год, то руководимый мной телеканал, по-моему, добился уже тех результатов, которые мы планировали, даже немножко больше. Поэтому, принимая эту награду, как раньше говорили, я могу сказать, что на достигнутом останавливаться нет смысла. Пойдем дальше. Премию учредил Фонд содействия развитию предпринимательства. Ее цель – найти и поощрить руководителей предприятий и организаций, которые вносят заметный вклад в социально-экономическое развитие страны. Оргкомитет этой премии производит обработку большого массива статистической информации, которую получает напрямую из соответствующих органов. Сотрудничество налажено с органами статистики, налажено с Министерством экономического развития. И вот на основе обобщения вот этой базы данных выделяются как раз те предприятия, которые, на наш взгляд, являются вот такими передовиками. В этом году лауреатами премии стали руководители 49 российских и зарубежных компаний. Поздравить их пришли депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации. А в завершение вечера выступали звезды российской эстрады.